Варантуль. Зачем рука отсюда выходит? С креста, непонятно. Опять те же самые руки, та же самая стойка. Гуджун Соги. Смотрим вниз опять. Суджиксоги, ширина стойки, ширина плеч, а ее там нет вообще. Здесь неправильное движение. Локоть должен быть вверху. С этим движением, в общем, надо разобраться еще. Опять перераскручивает тело, перекручивает его. И нога должна быть на одной линии. Смотрим вниз опять. Замах. Рука отсюда, ладно, идти. И от челюсти. Удар под 45 градусов должен быть. Фарнет, конечно, еще очень много править надо. Ноги. Здесь хорошо пошли руки, прям замечательно. И опять, зачем-то мы смотрим вниз. Здесь хорошо. Ну, сразу понятно, что не возвращаемся на место. Сейчас в итоге, в общем, придется много работать.